Костюм тройка, брала в Америке, привозила сама. Лично за 600 с чем-то, то ли долларов, то ли евро, уже не помню. Несколько лет назад. БУ в отличном состоянии. Это получается у нас как накидушка, это рубашка. Можно все по отдельности носить. Получается, смотрите, немножко цвет рубашки отличается от накидушки и от брюк. Есть ремешок, который можно опоясывать либо по брюкам, либо по вот верхней части накидки. Костюм, но теряется цвет, костюм очень красивый, состояние очень хорошее. Да, я его носила, ну, может быть, раз 6, вот я его надевала. Размер, ну, вот смотрите, манекен 44, наверное, он на него, в принципе, отлично сел. 44-46, можно носить что под классику, под туфли, что очень круто будет смотреть, сейчас покажу, под кроссовки. В общем-то, вариаций очень много, и также... Смотрите, вот, пожалуйста. И также и вариаций очень много, и носить можете, пожалуйста, рубашку. Рубашку можете под джинсы носить, это отлично. Накидушку то же самое. Брюки можете под какую-нибудь белую рубашку. В общем-то, вариаций и вариантов много очень. Сейчас сзади покажу.